капитан Кук есть на компе? А, вот сиди. Погнали, трэш. Я говорила, Вася можно было друидом позвать, я говорила мне, когда их надо. Вася это штурмсингер, вот он едет. Ну понятно. 6 хилов есть. Бедненький он. Он так и не вступил в дерьмо. О, вступил, красавчик. 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 Я ворвалась. Сельчики, а Джайни не будет? Да, человек, типа... Ладно, там все было. Сельчики. Джайни не будет? Ну давай рейды Джайни не будет вообще очень долго. Я бы этого хотела. Два рейда Джайна не будет очень долгое время. Ну так не интересно. Так не играю. Айзека Форин Тайна. Айзека Тайна. Он снял неоспоримого. Сдох от рассекающего удара. Надо люлики купить. Кого купить? Люлики. Люлики? Очки. Первый раз слышу такое выражение, запомнил. Спасите! Я под этим хорошее время. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Как-то не по-нерусски всех разбрели. Новая экспресс-тактика. Видимо, я не старый, ладно. Это случается. Да, хороший выражение. Ну, выбегает с мальчиком. 10-20. Это лице. Добрый Ганет. Судя по нику, это человек, который нас спасет. Это лице вдоворует. Оо, вот это сейчас я его осмотрю полностью. Как худок. Полностью на
сразу его, как у доктора, знаете, раздевайтесь. Наклоняйтесь. Да-да-да. И чё, одно тело осталось. Япончик спасён, блядь, хотел его до цеспекта. Часто ты по докторам так ходишь? Нет. Я правильно услышал, что у нас появился ДВР? А, да. Еще не появился, я его осматриваю. О, нагибайтесь. Честно, я не верю. Как ты не сказал? Понял, что это может быть правда. Не, на самом деле разница не тот босс где-то, вообще-то так где-то нужен, поэтому чуть не посмотришь ДЦ полностью. Тут если бы не было бы ДЦ, ни к свету, ни во сне, ничего бы такого не произошло бы там. Не слышала его. Если что, это знаешь, кто это? Я знаю, кто это. Кто это? Неважно. Это ДЦ. Пойдет в рейд? Вот я его осмотрю, подумаю. Эс, рано, ебанем пока. Не будет дубом 2? Это какой? Если ты про Лока его, то что было с Локом, это было при прошлом деле. Со мной такого не будет. А если будет, то это все, значит уже край будет. Был. Ник поменял просто, я его не знаю. Ник он не менял. Да? Ну ладно. Я сразу пойму, хилила я с ним или нет. Тут забей. Даже если он что-то по микро скажет, ты сразу поймешь, кто это. Кто это? Кто это? Я говорю, РС это не тот босс, где это не тот рейд, где можно ДЦ смотреть. Тут он, по сути, бесполезен в какой-то степени. Его сюда ставят, я помню, даже Лёша пианист ставил в свет ДЦ-шку, ну вот, адмирала конкретно, потому что его просто деть некуда было, у всека не было. Так по факту можно и без ДЦ. Горите в огне хозяина! Кажется, хороший ДЦ во тьме. Хороший. Именно хороший, потому что те, которые просто щитуют, он там бесполезен полностью. Ну вот, допустим, у нас второй ДЦ остался. Я тебе сейчас так... напишу, кто это. Давай. Адмирал был такой, так что, по сути, вот эти два ДЦ, они бесполезны. Вот такого, как Ярика бы, вот тут да, тут забей, он все что угодно сделал бы. Или такую, как у Оли, как у нас была девочка, ДЦ-шка. Там да, там клёво. Они по мане не сядут, потому что они хилят. Кават 1, Войд 2, Луцин 3. Гуляй. Смотрела? А, да ладно! Да, это он. Ну я к нему хорошо отношусь так-то. Никогда грязно о нём не говорил. Мы с ним найдем общий язык. Это точно найдем. Двое сильнее страдания. Мне очень позабавило, что Элрей, ДЦ-шник, красиво это было, щиты на всех усилия. Ты собирайте 5 будет. Вступаешь в гильдию, ну ты понял намёк. Так,
Самолично место будет тебе выступать, так что. Сейчас мы 257 А что у нас таких мало, что ли? У нас есть ДЦшка, вот, мгновенная. Ты не представляешь, что он без тебя делает. Вот мне не верят. А Элбрил тогда удивился. 40 на 95% рейда, а он без тебя. Не знаю там как надо. Но на ДЦ. На ДЦ он просто красавчик. А представь, что он будет делать, если у него будет Т5. Руки. Ну там щиты будут и будут успевать. А он в принципе и так успевает подпиливать. Просто рука. Если это... без Т5 успевает, приоритет это 10. Ему не дают, ему не дают. Здесь произошли страшные. Я перепробовал все билды. Т5, понятное дело, имба. Да-да. Купол. Т10 не дает. Т10 только не дает импакта. Ну, блять. Не зря мага говорит, что с некоторых. Возможно собрать Т5. Т10 тоже неплохой вариант. Т4. Не зря Вага же говорит, что не с некоторых Т5 снять, и они рачки полные. Как мне вчера рассказали, некоторые Т5 даже не используют свое, зачем одевают, непонятно. Кто на 8? Я даже знаю, кто из основного стал так вот. На ком вы там? На Заритре они. Гуляй, Кават. Че, уже всех миников почистили? Экстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. А чему учиться? А вот ДЦшка занят. Че он, че там у него? Слуги, глупо было и надеяться. Когда каст уже почти кончается, кидай таунт, он у тебя останется воздух. Да ладно. Че, не знал? Да не, не знал. За 3 года не знал, прикинь. Да ладно. Почаще изображали людей. Так, такая штука. Скукота. Ну короче, в четверг у вас будет ДЦ с 25. Сейчас он лагает, и у него еще 2-5 нет. Так у нас же есть Т5. Кто? Япончик. Он с тобой сейчас вообще не знает. Да зачем? Еще раз говорю, зачем тут ДЦ, который только щитует? Не нужен здесь вообще. Я с тобой не согласен. 2 ДЦ, которые делят пати. Здесь не нужен абсурд сильный, здесь как раз таки нужен хил. Мы как-то ходили без ДЦ, и все было идеально. Я про РС. То, что в РС бесполезно ДЦ вообще. Вообще его можно убирать, его можно в рейд не брать и тому подобное. Если про РС. Да ну зачем он тут? Тут как бы 2 хила спокойно справятся, даже 3-й нафиг не нужен. Ну, если, типа, я говорю про таргетных хилов. Допустим, Холи Паладин и Шаман. Здесь не нужен ДЦ в РС-ке. Вообще. Чё там, не намечается 2 тела никаких? Ну, у нас нету никого. Гея с Холли Палом в своих силах уверены свет захилить вдвоем? Про Гею лучше молчать. Выключите стрим в Дискорде, опять люди зайти не могут в канал. Я говорил. Когда меня просят делать стрим, я говорю, будут выкидывать людей из Дискорда, поэтому не включаю стрим. Чё там, не намечается нигде, никто никого не ищет? 2 тела, ниоткуда не взялось еще. Ну, куда идешь?
Ну там Undead Worm без КД есть, ну что-то я не знаю. Пускай заходит, не лишний. Вон там Ры собачка собирает. Лучше конника и чипсы поставить. Эффективно будет. Вот свет. Все, во тьме всегда первая группа. Какой-то полу-ПВПшный прист. Подкорректируем. Он меня послушает. Вот меня послушает. Шея, скорость, дух нахрен не нужны. Пузо, скорость, дух. Господи. Если нет возможности взять этот самый. Багруху. Ну, да. Но все равно. Не знаю. Там есть крит дух шея. Она получше будет для ДЦ. Ну, понятное дело, что приоритет это крит. Точнее, СПД. Ну, пузо. И скорость. Ну, вот такая. Нет. СПД, крит дух. Скорость. А, ну может. От крита мана. Ну, зависит, зависит еще от того, какой у тебя сет бонус. То есть если у тебя ты пятый. Чувака, никого больше нет. То тебе вообще с хоста не нужно. И получается, если в Т4, то тебе надо 650, а если в Т10, 850. Ну, взяли уже в гильду? Не вижу. Не знаю. Наверное, нет. Но он в другой гильде еще. Напиши, Дим, напиши мне его ник, пожалуйста. Затраканец. Так и слышится, как слышится, так и ты? Да. Ну, я написал, нашел. Сейчас я с этим красавчиком поздоровался. В хорошем смысле. Мы нормально. Ну, таланты у него обычные, которые все делают. С молитвой, да. Отчаяния. Ты 5 посла же тут бонусы. И от 2, и от 4. Ну, пишет, нету такого игрока. Ну, в базе я его нашел. Но он не в сети, наверное. Да нет. Как нету? Я с ним сейчас общаюсь. Придвар, напиши мне его ник, пожалуйста. Что а, о, спасибо. Сейчас аучку был... просто бери и понеси. Я вроде так и пишу. О, не-не-не, в Ниэль не надо в атьму ставить, это вообще очень плохо. Чё, он хуёвый? Я играет? Лучше сам туда зайду. Конечно, ты не знаешь, что ли? Он свету убирает. Сейчас он Dead Worm еще будет. Ага. Ну хотя бы 24 будет. Не могу пригласить себя на другую группу. Так, еще одно тело. Суперстар, что это? О, прекрасно. Доступа у него нету. Айзек еще и в комбате. Нам нужен третий танк. Свет. Луцинь. Хрис. Хилов-то 5 получается. Ну. Пишет, что он палится. Что ты говоришь, чипсы лучше хилят геи, да? Чипсы ты тут в десе? Я так думаю. Да вы да. Их чипсы, они плюс они что-то. Этот, ты сообразишь в свету, короче, нужно будет в паре с кулипалом захиливать. Ну, твой приоритет танка хилить. Танка и метку, если выносит кто. Ну, по крайней мере, по таргету хилить неплохо. По таргету нужна от тебя игра хорошая. У него, кстати, 2 лока. Вот одного лока я знаю его, но, да, а второго нет. У него второй где-то, блядь. Хорошо, и свет, кулипалы, чипсы будут. Кулипалы, чипсы. Луцинь, танкуешь мелких, я в свету, Ават во тьме. Тьму хилят 2 эрдру и гея. Значит, перед выходом в свет на третью фазу... Когда зайдете уже на вторую фазу во тьму, Энджи, Луцинь, передаешь, Инры свои раскидаете.
на шаманов. Третья фаза уже откатилась, и все тут давали по Акинари и по чипсам. Этот коник и соло выхилит. Если что-то не получится у нас во тьме, тогда можно поменять шаманов, потому что он уже так делал. Так, а мне соло, ты видел мои фигни вообще? Энги, ты тут? Я в тебе уверена, поверь, очень сильно. Энги. Япончик, представляешь, насколько я уверен. Не знаю, как там будет, два друида и гея, как по диспелу будет. Кто-то из вас один, чтобы диспелил, договоритесь между собой. Если хуёво будет кого-то прохиливать, ну я в чем я сомневаюсь, то япончик по диспелю. Будет с прохилом во тьме тоже, потому что я уже сказала, по таргету очень тяжело все будет. Два рестер друида и все. Поэтому сильно свет не... Но поскольку там три хила, там все равно легче будет, чем... Есть либо и баф, дай мне, пожалуйста. Ленги, ты в дисе, слышишь? Киньте шкаф. Это, мне надо, чтобы ты свет подиспелил в третью фазу. Сможешь это сделать? Метки с людей. Запомни, третья фаза свет, ты диспелишь. А Кинари и... чипсы. Это, на диспел не отвлекайтесь. Это будет Энги делать. На отхил танка самое главное, не уроните. Во тьме ты, СНТ. Япончик, ты тут? Да. А ты диспель ему во тьме полностью, потому что там два эрдру и шаман, который в себе не уверен и нихуя. И лучше пускай на диспел не отвлекаются. Ну и метки там относят, чтоб выносили там к стене. Ну и диспель. Они чтоб хилили. Ну ты если увидишь, что там кто-то выносит, допустим, шаман метку, быстрым восстановлением можно похилить. Ну если он будет просаживаться, я не знаю, ему нормально будет. Все, Дедворм, где? Дедворм уже сидел. По-разному. А в смысле Настя не уверена? Она же нормально хилила здесь. Мне надо, чтобы хилы не отвлекались, чтобы было так не упало. Сегодня какой-то особенный день, что ли? Конечно, особенный. С горем пополам собрались. Ой, а можно МП5 выпросить? Блин, чипсы и скавы хилит по таргету лучше. Я смотрю, как она хилит. В свету напуливайте большого. Роги на лутине, мелкий трэш. Вот. Чек на пул. У нас два пала, да? Три. А мне кулаков нету до сих пор. Три паладина. Дайте кулак. Коват, кулаки, ванель, каски, коник, МП5. Пойдите, по друидам, да? Чипсы тут? Спасибо. Чипсы. Каски исчезли. Ванель, каски по рейду. Давай перебавку. Да мне насрать, что ты бафнул, я тебе сказал, каски по рейду. Тебя 24 человека ждут, 23, хорошо. Еще проверка. Бафов так и нет. Им потом захочешь, расскажу не во время РТ. Я все подробно тебе по поводу себя. Не, ну у шаманов может есть такая тема. Есть. Два шамана, вы где? Я тебе скажу свою сильную сторону. Чипсы, ты тут? Блять, РФК уже второй чек. Писал что-нибудь про АФК или нет?
на ФК писал. Ждем, что ушка делает. Кстати, получается... там баг без кулака. 2222 минуты получается, из какого места. Кто без кулака, Луцин? Маг. Офи, а как же пэты? А ты пэтер кулак висит. У нас нету анхоли, поэтому вообще пофиг. На моем пете нету каски. Так одному тоже дайте каску, пожалуйста. А то ягодный торт как же без каски, да? Так, а я диспелю и свет, и тьму, или только тьма? Только во тьме. Еще раз чек на АФК. Пока можно. Так, у меня... Есть у кого-нибудь Мамонт, Дживс, пока нету пула? Мамонта видел? Да, Ваниэль, я видел. Поставьте, пожалуйста. О, спасибо, а то мне реально... Сяо, где чипсы? Что с ним случилось? Что там, уснул что ли? В клавиатуре. Так, еще раз, по танкам. Куда писал? Срочно две минутки. Свет, Войд, Коват, Тьма, Луцин, мелкий трэш. Ага. Чек на пул. Выйдем, боссы. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Сначала у меня нет цели. Сначала нужно выбрать цель. У меня нет цели. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Там тотем, скорее всего. Не, это я случайно по привычке увидел красный квадратик на дом. Хорош, свали, Мариса. Далеко. Идите. Я вылез, ну. Давай, вот. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, заходим. Если посмеете. Заходим. Я Эннер закину. Что, резнуть? Подожди. Только говорить не надо, он вылетел. Хорошо, что я успел отменить. Сейчас буду подкручивать.
Лес. Я чуть-чуть раньше, надо было стопнуть на лес вверх. А БРов нету? А зачем? Столько БРов? Диспел у меня в рейке. Чё там не хватает? Я не знаю, блядь. Сказать нельзя про проценты или что? Когда 53? Можно сказать, нет? Это вы предупреждаете и танка, чтобы он готовился с хилом в свету. И сами смотрите, лезвие у вас или нет, чтобы выйти удобно было. С голосом сидите. Первый пул без ГП, да? Угу. Повнимательнее, блядь, а говорите, в Дискорде зачем сидите, чтобы говорить, общаться. Сообщаем проценты. Сообщаем стопнуть, не стопнуть. Там япончик есть, может поносить. Сейчас я поломушу. Давай. Ты не отвлекайся там, домашний свой поломушу. На полминутки отойду. Сколько у тебя СПД сейчас в деле? Куда? Доп. Лечения в деле. 5-116. А, нифига себе! На 500! На 500, блин! Сейчас 5-120. Подождём. Это баф. У меня сейчас 4-600. А как так? У тебя вторая категория плюс? Шмот неправильно скорректирован. Я же говорю, короче. Даже ну не... и сколько там еще раз процентов надо на перевод? Я просто никогда не смотрю. 57? Я понял, что... Чек на пул. На форма нету. Выкиньте кольца за репутацию. Сколько можно? Да хрен бы с этим андедвормом 23 года. Потом с тобой поговорим об этом. 300 баф. Выйдем, босс. Вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Ему не было ЭКО за приход? Нет. Он лагает, его выкинул. Да, я знаю.
Второй пул. Заходим. Начинаю крутить. Первое ГП. 4 минуты. Мне надо резнуть, я во тьме. 54. 53. Отбивайте. А, вы теперь бейте. Должны успеть. Мне надо резнуть. Позже. Если я во сне, там 2 кило. Стоп. Я тоже тихо повисла. Еще и на пироге бежала. Там бэры как-нибудь раздавать, я же не вижу, что происходит. 30%, 100%. Меня резать будете, я хил во тьме. Слышите? Небеса в огне. Блядь. Чё бэр? Ах ты не бэрит, я лагаю. Я умер. Там Акинарий маленькие тебя убили, да? Пи вот эти да. Чтобы не сдохнуть от маленьких, держись за спиной медведя Луциня. Перед мордой Луциня стоят три разбойника, дают вееры на пулы всякие. В Луциня. Трэш не должен пройти на хила. Не стой вперед хила и танка. Ой, рогов и танка. На пул пойдет на Луциня, Луцинь заберет маленьких. Перезапустите там роутеры, может поможет. Мне не поможет, у меня флешка мобильная. Меня либо лагает, либо нет, все, без вариантов. Ну, у тебя большой пинг, ты можешь находиться в районе. Я уже вчера объясняла, у меня нормально-нормально, потом лагнет, я где-нибудь, как всегда, сдохну, а потом все хорошо. То есть он как бы нестабильно работает. Мы будем ждать, когда будет нормально. Сейчас нормально. В бою, может, нет, понимаешь? У меня так же... Я уже объясняла вам, ну, как у меня работает. Не будем начислять. Да нет, начисляйте, господи. Это... Ну, это неправильно. Там Кабак сказал... Ставьте во тьму просто человека, который не лагает,
цвету менее... Кавар сказал, что он подкручивает. Я, поскольку начала лагать, чуть-чуть наперед забежала. Поменяйтесь местами. Полина, свет, штурм. Мы и так, мы оба были. Класс. Друид, тут свету нахуй не нужен. Да, свету он нафиг не нужен. Я полностью согласна. Ну пусть все мантрой зайдет, пусть Полина цвету подхилит. Блять, кого она там хилить будет? Там лужу шаман кидает, и все захилены, типа, бесполезно, свет резко. Там лужа был в этой же. Ладно, оставляем все как есть, делаем еще один пул, потом нас... будет перерыв минут 10. Вася, у нас два рестора шамана в Т5, поэтому ты там будешь. Нет, у нас наоборот в Нелю нужно отойти на 10 минут. Полин, у нас ранее предупреждал. Шаман, Т5 нету второго. Ты путаешь. У нас хочу чипсы без Т5. У нас один шаман во тьме. Да, поставьте. Ну, без Т5 так хилит офигенно. Бывает. Я говорила, что он по таргету неплохо делает. Баф будет приступать. Баф обновляет шустрее. А баф на полчаса. Пока языка нету здесь. Да, Вась. Приводит. Он роутер, видимо, ребутает. Поэтому я тебе и написала так, что таргет хороший, а у... Да, да, да. Дай, пожалуйста, 50 долларов. Я отдам. Да. Отдавать не... отдавать не нужно. Заканчивай. На починку надо, правда. Мне просто одна голда на персонаж. Отдавать не нужно. Почти больше. Не знаю, почему ты больше. Ну не надо, ну как. Все скромничаешь, бывает. Ты мог сам себе скинуть, вот в чем прикол. Интересно, конечно, вас слушать, блядь, сетку. Я ему 1000 давала, сейчас он отказался. Он прям как я, он не берет взаймы. Ну, точнее, не берет просто так. Это чек на пул. Айзексон, ты... все. Айзексон, ты... Короче, если я прям сразу буду подмагивать, скажу, чтобы не было... Заранее скажу, чтобы сейчас вот не было, что кого открутит, а я заранее бегу под... Ну, вот сейчас это опять лагает. Ну, я хрен знает, что... Да, да, я же знаю, так можно себе заранее. Наверное. Только метеорита, она идите, пожалуйста. Ваниль, отойди в РГБ. А я, кстати, не сильно красная. На вас, идите. Ничего. Поставьте диски сразу. Я не пикнуть жизни сюда.
боссу заезжать. Заходим, только не бурстите. Опять промазал. На пульте. Я не готов применить это заклинание. Нужно подождать. Откручивай. Ревностно. Доцент. Точнее, стойте. Что лезвие? 53. Знаете, лучше переводите, успеете убежать. Справа портал близко очень. 70, стоп. Тьма, стоп. Перепекаю. А, стойте ближе. Больше урона, свет стал бить. Шипы немножко лагают. Давай. Блять, вы что устроили? Вы что? Я на. Ты кто-то не выбегал. Я была лучше. На ком уже была? Лучше. Фисяо, Фисяо, вторая метка сейчас уебнет. Фисяо, алло. А что у нас по дисплею сведу? Первый раз такое вижу. Так, а все уже вайпся. Почему такая большая лужа, на ком была метка? Кто так долго ее не выносил, почему ее не диспейт? Диспейт сразу через 7 секунд. Вынес и вынес, это его проблема. Он... Вот опять. Почему ее не диспейли? Кто диспейлит свет? Вот опять ты не вынес. А, первая метка была на... Норд Легион, вторая была вот эта, которая ёбнула перед самым нашим падением Фисяо. Сколько? 8 стаков? Ее тоже не диспелили. Энджи, ты диспелишь свет, да? У нас ваниль отходит? Перерыв у нас или что? Медведа, ешь, ты уже тоже уходишь? Я бы за водой сходила, мне нужно. Нужно воды попросить. Это Фисяо не вынес, значит, последнюю метку, правильно? Дождите, видео есть вообще? На ком последняя?
Посмотри на видео, что там за фигня была? Пару минут можно, АФК, нет? Нет, можно, там... можно. На Редваре, на Редваре была. Стояла возле границы, его никто не диспейлил. Большая метка, лужа, которая была на всю арену, была на Редваре. Ну, а первая, Фисяло... да, которая... Фисяло уже не вынес, ее уже не диспейлили, потому что там уже был вайп. Да. Я за последний просто делаю. Что за нахуй? Почему у меня не промывается? Медведь даешь, ты уходишь уже, и еще подождешь Манерис, нахуй. Ну все, ладно, иди. Значит, Редвар всех убил Хантом, да? Подождите, блять, есть видео, нет? Подождите, я хочу посмотреть на эту хуйню. Войд, видео писалось, нет? Я ДВМ показываю.